Итак, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, и на этот раз опять органайзер для гаджетов и кабелей. Ну, в частности, сумочка для переноски зарядок от Elitecalo и Batmax. Ну и приехал в таком варианте. То есть выполнен из нейлона. Есть ручка. Так, есть отделение. То есть здесь резиночки. Кабели различные размещать, либо другие какие-то устройства. Ну а здесь непосредственно сорганизованное место, благодаря липучкам, в которое можно размещать то или иное оборудование. Так, ну и давайте посмотрим, что здесь поместится. Так, открываем. Так, ну и видим. Лежат у нас две зарядки, он даже пауэрбанк поместился, сетевой кабель от Elitecalo зарядки, то есть зарядка Batmax. Так, дальше кабели от них, от пауэрбанка, то есть от Batmax, два варианта. Так, вот такой вот органайзер, который позволит вам удачно хранить, ну, и осуществлять быстрый доступ к необходимому оборудованию. А если что, взять с собой и перенести. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Удачных покупок, распаковок. Ну и до следующего видео. И до свидания.